Обработка прибрежной зоны водоемов от личинок комаров началась в понедельник, 15 июня. Для этих целей используется препарат, который зарегистрирован на территории Российской Федерации и безопасен для людей, рыб и птиц. Обработку прибрежной зоны начали с известного всем жителям песочни озера Серая Шейка. Дезинфекция проводилась вдоль береговой линии на глубину до 1,5 метров в доступных зонах. В Рязани предстоит обработать площадь объемом 17 500 квадратных метров. Обработку планируется завершить в течение недели, если позволят погодные условия. Обработаны будут 26 объектов. В частности, дезинсекции подлежат водоемы в Галенчино, Никуличах, Дягилево, Соколовке, в Недостойово и Солочье и еще несколько водоемов в Песочне. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».